последнее время жители этого дома лишний раз стены своих квартир не покидают. Лифт во втором подъезде отключили еще в середине лета. Активную позицию в реанимации подъемника заняли жители верхних этажей. Им приходится тяжелее всего. Я живу на 9 этаже. У нас тоже, вот, тоже дети маленькие есть, внуки. Мы не можем даже их на улицу лишний раз погулять, их вывести. Звоним вот эту управляющую компанию, а что вы нам звоните, лифт на капитальном ремонте? Вот здесь висела бумажка, написано, лифт ремонт, жители, извините за неудобство, лифт отключен на капитальный ремонт. На деле никакого капитального ремонта нет. Обращение к СМИ стало последней надеждой. Ведь, как уверяют жильцы, ни управляющая компания, ни жилинспекция не дают внятного ответа. И если для молодежи подъем на высокий этаж своего рода фитнес, то для пожилых – наказание. После тяжелой болезни жена Вячеслава Полякова оказалась буквально под домашним арестом. Тоже живу на 8 этаже. Жена инвалид 2-й группы. Вот из больницы выписалась, она еле поднялась наверх. Ей нужно и на улицу выйти, походить, погулять, свежий воздух подышать. Она не может, потому что она спустится, а подняться не поднимется. Мне самому 70 лет, коленки болят, еле поднимаешься наверх. И ничего никто не делает. Сломанный лифт – большая проблема для всех проживающих в этом подъезде. А у меня 8, мама парализованная, инвалид 1-й группы. Это не вывести, не на скорой, и как мучиться. У меня 3 внуков. Мне их спустить, в садик собрать, это просто, я не знаю, нервы на пределе. С момента строительства лифт ни разу не ремонтировали. Летом из строя вышла деталь, которая при угрозе падения не дает ему возможности рухнуть в шахту. Без нее запускать подъемник нельзя в целях безопасности. Сломались крылья ловителя. Это основной элемент безопасности лифта. К сожалению, таких клиньев сейчас уже не производят, потому что лифту 37 лет. Лучше новый поставить, потому что в 2020 году эти лифты все равно остановят. А что это за... Это какая-то программа? Ну, это программа нашего правительства. То есть старые лифты уже по безопасности не будут проходить под новые требования. И пока деталь пробуют найти, лифт в этом подъезде просто часть интерьера. А налаженная работа подъемника – одно из главных новогодних желаний жителей всего подъезда. Юлия Сабельникова, Эдуард Чернаускас, телеканал «Первый областной».